Человек всемогущ, человек вездесущ. Он в пустыне, в горах, среди тропических гущ. Он во льдах, под землей, под водой, на луне, в вихреносной ракете, верхом на слоне. Он всегда торопился, он будет спешить, будто создан он небом все сферы обжить. И повсюду нам зрим человеческий след. Но во многих сердцах до сих пор его нет. Как унять нам свою суетливую прыть? Как нам душу из сердца освоить, обжить? Ведь без этого ясно, мы в сфере любой только злую пустыню являем собой.